Всем привет, друзья! Меня зовут Бану и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет вторая часть нашего travel-видео по городу Тегу. Если вы еще не посмотрели первую часть, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю в описании. После насыщенного дня мы остановились в шикарной гостинице Сусонг Спа Резорт с бассейном на крыше. Мы получили ключи, будем жить на 12 этаже. Это билеты в бассейн, который на крыше. Это билеты в сауну. Эй! Так, да. Мы идем заселяться. 12:20. Так, наша комната. Вау! Сниму нашу комнату. Это наша ванная. Душевая. Душевая классная. Вау. Вау. Это типа как джакузи. И вид такой шикарный. Так, я одна сходила в сауну. Никто из иностранцев, никто из девочек не захотел в сауну. Сауна мне здесь не очень понравилась. И вот сейчас я поднялась на крышу. Здесь на крыше есть бассейн. Это, наверное, все наши люди. Смотрите, как здесь красиво. Это тут наши бесятся. Смотрите, какой тут вью. Очень красиво. Круто. Здесь есть бассейн с теплой водой, градус 37 градусов. А здесь горы. Очень красиво здесь. Красота. В моей камере батарейка села. Теперь снимаю на телефон. А как здесь шикарно! В такие моменты жалею, что я плавать не умею. Ты просто бумки ножками. Да. Типа плаваю. Я переместилась в такое джакузи. Здесь 37 градусов, потому что в бассейне стало холодно. Вообще в воде не холодно, а бассейн вообще то... Вот сюда. Неглубокое. Это шикарное место. Очень классно. Мы уходим. Покупались? Мы вернулись в комнату, потому что наверху так холодно стало. Я привезла с собой свою пижамку. Помылась и... Доброе утро. Я так выспалась хорошо. Всем доброе утро. Мы пришли на завтрак. Так, покажу быстренько, чем нас тут кормят. Это суп. Здесь рис. Здесь разные закуски.
Так, это рыба. Это покумпа. Яичница. Это что такое? Картошка и бекон. Картошка, бекон. Сосиски. Суде, свежие сосиски. Ай! Чук. Чук. Ой, вафельки есть. Вау! Смотрите, это огромный сыр. Смотри, какой сыр. Разные соуса, салаты. Вот. И здесь кухня. Она моет посуду. А здесь самое мое любимое. Хлеб. Смотрите, это копченое мясо, видимо. Копченое мясо на дыне. Это же дыня, да? Дыня с бекуном. Постоянно это делаю. Да? Я не знаю, попробую, но... Я никогда не пробовала. Здесь хлопья на завтрак. Есть макароны. Ламаскита, печеньки. И дальше идут фрукты. И здесь там пар и кофе. Так, мясо на завтрак нормально. Я взяла себе кусочек мяса, томаты с моцареллой, рис. У меня здесь крем-суп грибной и яичница с хлебом. Смотрите, какая здесь атмосфера. И очень красивое вью тут. Здесь, оказывается, есть томатный сок. Хочу его попробовать. Обычно корейский томатный сок не очень. Еще я взяла попробовать вот эту дыню с беконом, копченым мясом. Нет, все равно сладкое. Все равно не так, не такая сладкая, как обычный вот корейский томатный сок, но есть. А так можно пить. Я уронила свою вилку. Мясная дыня. Вообще странно. У меня рот на два раза. Здесь дыня, здесь мясо. Мне кажется, они вообще не сочетаются. Никак. Так, мы выселяемся. Okay, let me go to my room. И прощаемся с комнатой. Okay? Yes. Пока-пока! Очень было удобно спать здесь. Тебе грустно? Чуть-чуть. Я не хочу дома в эту комнату. Я хочу жить здесь, но у меня нет лишних 270 долларов за 24. Поэтому выходим. Да. Так, мы выехали на наш второй день тура. Сегодня мы поедем. Сейчас мы едем, точнее, в академию. Конфуцианскую академию, которая находится в горах. И еще мы сегодня поедем в место, которое называется The Ark. И там будем кататься на электробайках. Мы приехали, посмотрите на это шикарное дерево. Очень красивое и такое величественное. А я не могу. Ой, ой.
Я вижу казан, как у нас печку. Здесь она прям как наша. Пекзат, смотри, печка как у нас и казан. И топчан тоже такой же. У нас тоже так строится. Здесь получается вот такая вот школа, и вам сейчас покажу, как корейцы вообще грели дома. Вот видите, это под домом вот эта печка, и они грели дом снизу, здесь разжигали. Из-за этого у них были теплые полы, и до сих пор корейцы пользуются этой системой обогрева дома. Я вам показывала печку, которая находилась вот там. И вот видите, с другой стороны дома тоже есть одна печка. Когда я вам показывала печку, вы, наверное, подумали, откуда выходит дым. Вот. Вот стоит дом. Вот отсюда выходит весь дым. Ребята, знаете, куда мы приехали? Здесь снимали некоторые сцены фильма «Алое сердце Корео». Вот этот. Это дом вот этого человека, его зовут мистер Мун. Этот человек известен тем, что он в своей ручке привез из Китая семена хлопка. Вот видите, здесь очень много хлопок посадили. И он привез из Китая семена хлопка и начал здесь в Корее выращивать. И у корейца появилась возможность шить себе одежду. Это место было здесь, но, к сожалению, оно сейчас закрыто. Смотрите, что корейцы сделали. Технологии сюда тоже пришли. Это кодовый замок. Мы приехали на обед, будем обедать здесь. И знаете, после этого будем кататься на вот этих вот электробайк. Ресторан для туристов. Это наш обед, это закуски. Это тэньям суп. И нам дали вот такой вот. Закрываем. И это рис, получается, здесь бобы, есть, что это, тыква, нам принесли еще мясо и чапте. После того, как мы съели основное блюдо, мы открываем вот эту. Перемешиваем прилипший ко дну рис. И это кушаем как кашу. Это называется нурумджи. Давайте попробуем. Mm-hmm.
Как рисовый суп, только без соли. То есть над суп. Мы покушали и будем сейчас кататься на электробайках. Мы сели на электробайк. Я взяла себе фиолетовый. Наша группа. Здесь еще покажу свой байк. Здесь получается брейк, тормоз. Здесь скорость. Он, оказывается, работает как? Его нужно крутить. Мы покатались, вернулись. Если честно, мне было страшно. Как тебе, Саня? Классно. Первый раз каталась? Да. С ветерком прям покатались. А да, мне было немного страшно, если честно. Страшно? Все, наша программа закончилась. Мы едем домой. Грустно возвращаться в реальную жизнь. Нужно готовить ужин, убираться дома, стирать вещи. Вот так вот. На ёмо, Таника, месседи нам дёжу. Спасибо.